Алтайский государственный театр кукол «Сказка» активно готовится к празднованию юбилея. Артисты полным ходом проводят генеральные репетиции. На них они отрабатывают танцевальные номера, устанавливают последние декорации, репетируют выступления с куклами. Почти завершили подготовку сцены в театре. В краевую столицу к торжеству уже прибыли артисты из других городов страны. Празднование юбилея пройдет в бывшем кинотеатре «Родина» 1 ноября.